Здравствуйте. Мне кажется, что очень важно в любой ситуации оставаться оптимистом. И думаю, что вы со мною согласитесь. Ведь в какой-то степени антоним слову «оптимизм» – уныние. А это, как известно, ни к чему хорошему привести не может. Но давайте не будем углубляться в рассуждения, а поговорим о судьбе женщины, которая, попав в трудную жизненную ситуацию, не утратила желания жить. Знакомьтесь, героиня нашего телеочерка Наталья Кашкуревич. Алло? Алло, да. Нет, я на съемках. Вы отвлекаете звезду. Родилась наша героиня в белорусской деревне Кривоносы Стародорожского района Минской области в семье учителей. Ходить начала в 11 месяцев, но с 2 лет стала отставать в развитии, а с 15 и вовсе перестала двигаться. Ей поставили малоизвестный диагноз – миопатия. Скажите, вы что-нибудь слышали о таком заболевании миопатия? Нет, не знаю. В нашем роду такого не было. Нет, не знаю, но думаю, что это что-нибудь страшное. Едва ли, но, по-моему, это связано с болезнью мышц. Кажется, человек не может двигаться. Миопатия – это синдром или несколько заболеваний, включенных в общее название. От слова «мио» в переводе с греческого «мышца», «патия», что значит «страдание, болезнь». Определение, что это генетическое заболевание, и связано это генетическая поломка, как правило, с мутациями, причем мутации непредсказуемые. А что касается лечения, как вы сами понимаете, наследственные заболевания, человечество еще ни в одной из стран не научилось лечить. Сейчас Наталье 45 лет. С 19 она проживает в Минском доме для пенсионеров и инвалидов. Родители не хотели отдавать ее, думали, что девочке будет лучше в родных стенах. Но Наталья настояла. Ну, в общем, я просилась к людям, потому что я привыкла. Ну, общение – это же самая главная вещь в человеческой жизни. Это вот дом уже второй, в котором я. Первый дом в Минске, в центре, маленький, убогенький, после войны построенный. Лифта нет, двухэтажный. Меня заперли на второй этаж. Отец на руках занес. Значит, комната, три умирающие старухи. Одна реально уже вот-вот должна была дойти. Отец, значит, конечно, посмотрел на это все, обрыдался. Я тоже плакала и сказала, забирай, папа, не буду я тут. Вот, ну просто вот я говорю, у меня, как всегда, в последний момент спасает Господь Бог. То есть приходит женщина работать и говорит, что ж вы ее забираете, значит, вы путевку больше сюда не добьетесь. Можно отсутствовать в этом доме, значит, в доме инвалидов, где-то полгода. Может, за полгода что-то изменится, тут пройдет ремонт и все. И действительно, такое вот мудрое решение было. Отец меня забрал, но мы как бы не путевку не аннулировали. Вот. Такой вот жизненный путь весь в доме инвалидов. У Натальи много друзей не из дома инвалидов. К примеру, ее поддерживают сотрудницы столичного дома милосердия. Они часто встречаются, беседуют, гуляют по любимому парку, бывают вместе и в церкви. Она не сидит, вот не ноет, что вот, мне даже сберкассу на второй этаж не подняться, ничего. Она просит людей, чтобы поднялись, это спустилась тетя, обменялись телефонами. Вот она находит пути. Как можно? Вот это пример действительно достойный подражания. Наталья – одна из немногих везунчиков, у кого 10 лет назад вместо ручной коляски чудом появилась механическая. На ней до ближайшего действующего храма можно добраться всего за час. Я же говорю, да вот Господь знает, что давать. Вот. И тут вот едет машина, красивая, я не понимаю в марках, останавливается. Выходит молодой человек, ну, наверное, лет 18, цыган. Кстати, подходит ко мне и говорит, вам не нужна коляска с электроприводом? Символическая плата будет. Вы знаете, говорит, мы купили отцу, а он не смог на ней ездить. Я как услышала за символическую плату, я говорю, а за сколько? Он говорит, ну $100. Это вот другая жизнь, это совершенно другая жизнь. Потому что когда ты не можешь отъехать от кровати до стола там, или от до компьютерного стола, то... Ну, а тут я сама собой, вот мы с подругой, вот по городу Минску, куда угодно, как угодно.
К этому водоему возле Национальной библиотеки Беларуси Наталье добраться относительно несложно. Дом инвалидов находится вот за тем леском. То ли дело решиться на поездку к морю, которого в Беларуси вовсе нет. Но и эта мечта, благодаря настойчивости и целеустремленности женщины, стала реальностью. Наталья до сих пор в это верит с трудом. Но доказательства, да и память остались вот на этих фотографиях. Наталья несколько лет копила деньги на то, чтобы 10 дней провести у моря. Ведь нужно было оплатить путевку не только себе, но и людям, которые помогали ей в путешествии. Парня мы взяли. Вот представляете, вот взять парня по газете, по объявлению, буквально в последний день. Это мог попасться любой мошенник. Мы ехали, билеты взяли туда и обратно. Везли же деньги, потому что там оплачивали. Вот был бы какой-то мошенник, он бы нас ночью ограбил, и мы бы... Все, ну, понимаете, на бабах. А тут выясняется, что парень оказался верующий товарищ, православный. Хороший хлопец, ну. Воспоминания о поездке в Крым постоянно возникают в беседах с новыми людьми. Наталья к этому уже привыкла. Подумывает даже написать о незабываемом отдыхе. Это будет не первая творческая работа. Она член литературной студии «Светанок», в которую входят инвалиды с различными заболеваниями. Эту студию курирует столичный дом милосердия, а рассказ Натальи уже печатался в журнале «Ньюман» в 2001 году. Когда я вот это прочитала, я этого человека очень, во-первых, как-то поняла глубоко и очень глубоко зауважала. Потому что вот даже в начале ее пути в этот дом инвалидов лежало совершенно такое недетское решение. Ей действительно пришлось отвоевывать место под солнцем, потому что жесткая очень иерархия. Наверное, она очень похожа на какую-то военную или тюремную, вот, где очень такая агрессивная эта социальная среда. И как она выкарабкивалась, как она находила свое место под солнцем, как она не опустилась. Творчество для Натальи не профессия, а возможность переключиться от проблем, окунуться в мир красоты, мир осуществления мечты. Это возможность создать на бумаге то, чего никогда не будет в жизни. Все-таки каждый человек, наверное, мечтает о обыкновенных земных радостях. Ну каких? Ну, чтоб я любила, чтоб меня любили. Чтоб не болеть по возможности, чтоб близкие были рядом. Я говорю, ну, а самое главное, что, конечно, ну, я говорю, Господь не покидал, потому что, я говорю, может, это высокопарно, я дрянная христианка, я это знаю, там, я не посты не соблюдаю, я там не молюсь, как положено, но, во всяком случае, я знаю точно, что, когда я молитвенно обращаюсь к Богу, то я там не прошу что-то дать, вот что-то мне дать. Ну, просто говорю, Господи, дай мне, как ты вот понимаешь, как ты знаешь, как мне будет лучше. Вот. И слава Богу, вот не оставляет. Как-то ей показали буклет благотворительного фонда «Спас», и Наталье очень захотелось взглянуть на восточноамериканские и нью-йоркские святыни. Так это все там? Да. В Америке? Да. Ну, естественно, хочется чего-то еще посмотреть в этой жизни. Да? Эмоции – это немаловажная часть нашей жизни, если не самая важная. Пожелаем, чтобы и эта новая мечта у Натальи осуществилась.